Всем привет! Сегодня я буду себе делать вкусный десерт. Полезный, вкусный и не калорийный настолько, чтобы его нельзя было есть при диетах. Ингредиенты, которые мне потребуются для этого десерта. Творог. Я взяла 5%, 400 грамм. Кефир обезжиренный. Наверное, где-то половина бутылки. Здесь 450 грамм. Я думаю, 200 грамм будет достаточно. Финики вместо сахара. Финики я освобожу от костей и буду смешивать с кефиром и творогом. Желатин пищевой я взяла у доктор Уоткер. Он быстро растворимый. Агар-агара не было, и я вот решила с желатином сделать. И 150 мл воды для того, чтобы развести желатин. Этот желатин разводится в воде и нагревается до 60 градусов. То есть это быстрый такой желатин, чем я сейчас и займусь. Я его подготовлю, чтобы он успел остыть, когда я буду смешивать его с творогом и с кефиром. Все, вот так, ставлю в кастрюльку. И сейчас прогрею его до 60 градусов на плите и потом дам остыть. Ну, желатин у меня прогрелся до 56 градусов, дальше я его не стала нагревать. Я оставлю его теперь, чтобы он остыл. Все. И займусь подготовкой всех остальных ингредиентов для десерта. Финики я отделила от костей, порезала небольшими кусочками и отправляю его в измельчитель. Сахар я не использую, я его не ем. Сахарозаменители я вообще никак не приветствую. И, кстати, как говорят ученые, сахарозаменитель еще хуже, чем сахар, действует на организм. И от него можно поправиться еще быстрее, набрать вес и поиметь еще некоторые неприятные последствия. Поэтому вот я либо с финиками, либо вообще без фиников. Я уже давно живу, не применяя сахара, поэтому для меня это не проблема. Кто любит сахар, кто может его себе позволить есть, добавляйте сахар в данный десерт. Вот я взяла 250 мл кефира обезжиренного и выливаю его в финики, в измельчитель. Буду измельчать. Сюда можно добавить орехи, семечки, кто что любит, мак, ну, я ничего не добавляю. С орешками, конечно, тоже очень вкусно, можно какао добавить, какао-порошок. Ну, все, я это сейчас измельчу и уже туда буду добавлять творог. Теперь с финиками перемешался в измельчителе, и теперь я туда же добавлю творог. Творог я попробовала, очень вкусный, такой нежный, я не знаю, из чего его делают, но он похож на тот творог, который я дома себе делаю сама, из кефира и молока. Хороший творог. Это я брала во вкус вилл. Вот я сейчас весь творог туда отправлю. Творог я уже положила весь в измельчитель. Останется только все это перемешать. Можно в блендере. У меня блендера нет, поэтому я делаю это все в измельчителе. Все хорошенечко перемешиваю. Творог с кефиром и финиками я перемешала. Получилась такая вот красивая масса. Однородная. Она очень напоминает сейчас по вкусу творожную массу, которую в церкви продается. Масса творожная. Но за счет того, что в ней нет никаких добавок и масла, она не такая калорийная и вредная. То есть вот такая пышная получилась. Очень вкусно. Можно прям так уже есть. И теперь у меня желатин остыл до комнатной температуры. Я сюда выливаю весь желатин и еще раз перемешаю все. С желатином я все перемешала. Получилась такая вот смесь однородная. И теперь мне останется ее только разлить по формам и убрать в холодильник до застывания. Можно сюда добавлять горький шоколад. Кто ест молочный шоколад, можно с молочным шоколадом сделать. Ну, я взяла такие небольшие у меня формочки для кексов есть. Можно в большую форму. Я что-то налью в такие формочки, а что-то, все, что останется, перелью вот в такую миску. И у меня будет своеобразный тортик-пудинг. Можно фрукты добавлять. Ну, то есть все то, что не несет под собой вредности для фигуры. Я все уже переложила в емкости. Осталось закрыть все это крышками и убрать в холодильник до застывания массы. Потом будет вкусный десерт, полезный.